Альбом «Объективная Ивантеевка» выпустили к 80-летнему юбилею города. Его украсили фотокартины Михаила Оленина, Олега Косыча и Анастасии Ланцовой. Фотохудожников объединяет бесконечная любовь к городу, которая отражается в их работах. Издание альбома стало одним из направлений процесса перезагрузки, который сейчас проходит в библиотеке Горбунова. Ивантеевка представлена в разных ракурсах. Здесь и пейзажные съемки, и то, как город развивается, зимние, весенние. В общем, это такая первая попытка, на самом деле, средствами фотоискусства показать, что наш город очень красивый, очень интересный и очень привлекательный для жителей. По задумке это презентационная вещь, то есть для презентации города. И, соответственно, в библиотеке, конечно, можно с ним ознакомиться, но он не предназначен для продажи, то есть это скорее такой раритет, да, который будет о городе рассказывать в различных ситуациях. Гостям города, может быть, особо почетным жителям и так далее.